Всеволод Багрицкий. Ожидание. Читает Терехов Александр. Мы двое суток лежали в снегу. Никто не сказал. Замерз, не могу. Видели мы. И вскипала кровь. Немцы сидели у жарких костров. Но побеждая, надо уметь ждать, негодуя. Ждать и терпеть. По черным деревьям сходил рассвет. По черным деревьям спускалась мгла. Но тихо лежим, раз приказа нет. Минута боя еще не пришла. Слышали, таял снег в кулаке. Чужие слова на чужом языке. Я знаю, что каждый в эти часы вспомнил все песни, которые знал, вспомнил о сыне, коль дома сын, звезды февральские пересчитал. Ракета всплывает и сумрак рвет. Теперь, товарищ, не жди, вперед! Мы окружили их блиндажи, половину взяли живьем. А ты, ефрейтор, куда бежишь? Пуля догонит сердце твое. Кончил с собой. Теперь отдохнуть, ответить на письма и снова в путь.